Слушай, именно на этом месте был открыт самый первый российский цирк братьев имени Никитиных. Именно здесь был он построен в 1876 году, по-моему. И висела на нем вывеска, то, что это первый российский цирк братьев Никитиных. Здесь вот именно на этом месте он был построен. Потом он был перенесен в другое место, и 1900, по-моему, в каком-то году построен. В общем, с этого места был он потом перенесен. Я вам сейчас покажу именно куда и где он был построен, уже другой цирк, который находится сейчас. Итак, друзья, это цирк братьев Никитина здесь, в Саратове. Я вам показываю. Вот он. Сейчас он на каникулах, это лето. Этот цирк, вот именно этот цирк, здание было построено где-то, по-моему, в 1936 году, не буду врать, но где-то примерно в этих годах, в 30-х. Итак, ну я думаю, вы знаете, что, может быть, слышали, есть такая версия, что именно здесь, в Саратове, зародился российский цирк. Да, именно история утверждает о том, что в 1830 по-моему, четвертый год считается основанием первого российского цирка. И был он основан именно ими, братьями Никитинами. Это были три брата, которые были саратовчане. И они давали цирковые представления, становились очень известными и популярными в то время. И до них цирк, цирковым представлением занимались только иностранцы. И как бы вот... не было вот российских организаторов, были это всегда иностранцы. В общем, как это все получилось, значит, здесь, в Саратове, был тоже, по-моему, он был из Чехии, этот владелец очень, ну, в общем, всего этого оборудования циркового, там у него были лошади, в общем, все, что необходимо у него было. Братья уже становились очень популярными. И, о, какая радуга, смотрите. Братья становились очень популярными, и, в общем, он им предложил сделать сделку и работать вместе. Ну, на что братья согласились и решили работать вместе с этим господином в то время. Но они также совершали вот различные поездки по городам и весям, и, в общем, они не могли там поделить как-то эту выручку, и этот господин предложил им, а почему бы вам не выкупить все мое оборудование, это будет вам принадлежать. В общем, братья Никитины выкупили все это оборудование у этого чеха и построили первый стационарный российский цирк. Построили они не на этом месте, я вам показывала это место, где сейчас у нас кинотеатр «Победа». Именно на том месте был основан первый российский цирк. Они повесили вывеску «Первый российский цирк братьев Никитины». Потом это здание было перенесено уже, цирк был перенесен в это здание. Название уже не помню, на какое имело. Я точно была не братьев Никитиных, естественно, после революции это все сменилось. А теперь название опять вернули, и цирк называется братьев Никитиных. Вот такая история. Правда, говорят, что первый стационарный цирк все-таки был построен в Пензе. Вот, не знаю, правда это или нет, но я думаю, нам, саратовчанам, очень приятно говорить о том, что все-таки первый цирк был основан именно, российский цирк был основан именно здесь, в городе Саратове, братьями Никитинами. Вот так, три брата саратовчанина, и я покажу вам на проспекте их усадьбу, дом, где они проживали. Ну, вот такая историческая справка немножечко о цирке. Надеюсь, вам было интересно. Ну что ж, а мы продолжаем нашу прогулку.